Я думаю, это абсолютно точно, чтобы мы ездили по всему миру без виз. А далее, я думаю, что мы приобретали бы жилье там, с расстрочкой на 100 лет, там, на 200 и так далее, чтобы, в общем-то, не ты при жизни должен заплатить за это, а пусть это и дети делают, и внуки, и вообще, и жить себе спокойно. И бесплатная медицина.